Muchas gracias. Я хотел сегодня максимально почувствовать и понять вашу позицию, ваше видение, ваше предложение. Я сейчас готовлю большой документ по развитию Назарова. И я сегодня во многих коллективах побывал, обсудили и вопросы развития здравоохранения, что для людей старшего поколения чувствительно всегда проблема, поэтому я был в больнице, в поликлинике, наметили ряд мер. Была у меня встреча с руководителями образовательных учреждений. Тоже понятно, что сфера образования – это определяющая сфера, от нее зависит, привлекателен город, не очень, уверенно себя чувствуют здесь жители, не очень. Поэтому много обсудили проблемы, я сделал много поручений по развитию сферы образования, сферы культуры, формирования более качественной образовательной культурной среды. Был сейчас на встрече с руководителями предприятий, предпринимателями. Ну, в Назарово достаточно много предприятий крупных, поэтому там угольный разрез, и ГРЭС, и завод металлоконструкции, теплоизоляционных изделий. Тоже есть вопросы и тактические сегодняшнего дня, есть вопросы более перспективные, но, во всяком случае, мне было приятно почувствовать, что экономика настроена расти, развиваться, и нет у меня никаких сомнений, что все предприятия вашего города, они с растущим потенциалом, с большими новыми возможностями, которые мы будем всячески поддерживать. Но есть у меня всегда правило, я когда такие документы готовлю, я встречаюсь с ветеранами. И вот, когда мы в Ачинске такую работу делали, я несколько раз встречался с советом, потому что, ну, с одной стороны, людей старшего возраста больше всего. И если не понимать, не учитывать интересы людей старших поколений, то полноценной программы не будет. Второе, все-таки, всегда, когда встречаешься с конкретными коллективами, у них невольно преобладают вопросы такого вот тактического плана, сегодняшнего дня. Вот там сегодня какой-то частный вопрос решить, и вроде... А люди с большим жизненным опытом, они всегда более системно, да, видят эти проблемы, поэтому я всегда стараюсь, чтобы мнение, позиция ветеранской общественности, людей старшего поколения была максимально учтена, услышано, понято, как хотите, чтобы не получалось так, что развитие каких-то отдельных сфер происходит, а ощущение роста качества жизни не достигается. Поэтому, ну, тем более, что пенсионный фонд тоже всегда настроен на то, чтобы с людьми старшего поколения работать и поддерживать, и помогать. Вот я попросил, чтобы мы такую встречу провели, и какие-то болевые точки, болевые, волнующие многих пожилых людей проблемы я хотел бы от вас услышать, почувствовать, чтобы вот в том документе, который я в ближайшее время подпишу, эти задачи были учтены
максимально точно, максимально конкретно, чтобы руководители города тоже максимально настроены были на учет этих наказов, этих проблем и взаимодействие здесь должно быть очень тесным, эффективным, результативным. Вот такая примерно у меня сегодня задача. Времени, к сожалению, мне сегодня много не дают. Надо успеть сегодня еще улететь в Москву с 7-часовым самолетом. Завтра у меня день работы в Москве, но постараемся то время, сколько у нас, около часа, использовать максимально продуктивно. Ваши будут вопросы, может быть, я что-то уточню. Здесь руководители города, я думаю, что сможем по большинству вопросов найти решение, как дальше развивать город Назарово.